Привет! Вы открыли мой плейлист, посвященный курсовой работе по модулю Cloud Computing. Когда я учился в Oxford Brookes University по курсу Advanced Computer Science, у нас был модуль Cloud Computing, курсовой которой мы должны были сделать небольшое приложение для клауда. В этом плейлисте я собрал видеозаписи полного создания этой курсовой работы от начала до конца. Ну, касаемо кода, не касаемо написания бумаги, там, requirements и так далее. В чем особенность? Я единственный студент из потока, который смог написать все это приложение, всю курсовую, на языке программирования CAPL. CAPL — это язык программирования, созданный нашим профессором, профессором Хонг Цзю, Oxford Brookes University. В интернете нет никакой информации об этом языке. Нельзя найти на Stack Overflow никакого вопроса и ответа по этому языку. На момент написания курсовой еще не было чата GPT, чтобы у него спросить. Вся информация по языке CAPL — это некоторые презентации профессора, его книжка по языку, ну и все. И можно иногда спросить вопросы на лекции. Это и все. В дополнение к этому, язык CAPL — это весьма сложный язык и необычный язык. Это не объектно-ориентированный язык, а агентно-ориентированный язык. Создаются агенты для каждого инстанса и так далее. И в этом промежутке, в этом плейлисте, я покажу полный процесс создания клауд-сервиса на микросервисной архитектуре, где я самолично создам Distributed Database System, я создам графический интерфейс на клиентной стороне, я проведу полный процесс регистрации пользователя, начиная с того, как пользователь вводит данные в графический интерфейс, как оно посылается в Load Balancer на Google Cloud платформе, как Load Balancer передает это менеджерам, worker-менеджерам Distributed Data System, как этот менеджер выбирает, какой из инстансов будет сохранять запись об этом пользователе, потому что база данных распределенная и так далее, так далее, так далее. Там очень большая система, построенная на языке программирования CAPL, агентно-ориентированном языке. Я считаю, что этот плейлист весьма уникальный, у него уникальный контент. В нем очень много боли, очень много страданий, потому что очень сложно писать на языке, в котором еще синтаксис до конца не проработан, не проработаны до конца ошибки, когда забыл точку с запятой, не компилится код, а почему не компилится, он даже не пишет. Кому-то, может быть, это будет забавным, для кого-то, может быть, это будет такой образовательный контент. Решил выложить, потому что у меня эти видосики есть, почему бы и нет. Приятного просмотра.